В Новосибирске сегодня сдали в эксплуатацию новую школу на Горском жилмассиве. Она рассчитана на 550 учеников. Три корпуса здания, кабинеты с интерактивными досками, современными системами вентиляции и освещения, концертные, игровой, гимнастические залы, также уличные спортплощадки для выполнения нормативов ГТО. Руководство учреждения сейчас готовит документы, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность. По словам директора, школьники сядут за парты уже через месяц. Запустив сюда детей, мы существенно сможем разгрузить соседнюю 56-ю школу. И, в принципе, на сегодняшний день понимание того, что эта школа так же, как и наша 212-я, перейдет в одну смену, это та задача, которую нам ставит и правительство региона. Какой профиль будет у школы на Горском? Художественно-эстетический, военно-патриотический, инженерный или научно-интеллектуальный? Пока неизвестно. Многое зависит от преподавателей, от увлечений школьников. Точки над «и» расставят на большом собрании с участием педагогов, родителей и учеников. Добавлю, что в следующем году в Новосибирской области сдадут в эксплуатацию еще несколько новых общеобразовательных учреждений. Еще идет строительство у нас школы в микрорайоне Березовый. Это другая федеральная программа жилища. Школа в Горном строится пока за счет средств субъекта нашего региона, за счет бюджета Новосибирской области. Да и другие школы, скажем, в поселке Машково мы планируем, так сказать, сдачу объекта, там тоже школа.